Военнослужащие вооруженных сил Донецкой Народной Республики, которые стоят на обороне поселка Зайцево, в очередной раз столкнулись с массовым применением со стороны вооруженных сил Украины гранатометов РПГ-22 производства Болгарии и собрали доказательства – двигатели от противотанковых гранат с соответствующими маркировками. На передовых позициях побывали корреспонденты пресс-службы вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Мы находимся в Зайцево. И здесь нами обнаружены болгарские боеприпасы производства Болгарии. Смотрим по маркировкам. В двойном круге 11 и в двойном круге 10. Это копии советских гранатометов, произведенные в Болгарии. Технологии, естественно, передавались, поскольку эта страна была Варшавского договора. Но на вооружении советской армии и, соответственно, от советской армии к украинской армии такие изделия переданы быть не могли, поскольку производятся они в Болгарии, которая сейчас является страной НАТО. Расскажите, пожалуйста, собственно, что это? Муха. РПГ-22, да? Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, стали ли они появляться в массовом количестве у противника? В массовом, потому что они работают в последнее время, если не ошибаюсь, с лета начали. И на плотно засыпают вот этой хренью. А до этого не было? Нет, до этого у них по стариночке было РПГ-7, там АГС и ШМС. А сейчас поддержку АГС работают мухи. И работают хорошо, такое впечатление, что у них там склад на той стороне, у нас под носом. Одна за одной. То есть можно сказать, что длительное время у них не было такого количества РПГ-22, и потом... До лета, когда-никогда. Именно вот эта маркировка, когда-никогда появилась. А последнее время плотно сидят на вот. Они ж не только по нам работают, они работают и по гражданским секторам, по домам, вы сами видите. И, кстати, возле домов вот этого добра валяется очень-очень много.